Здравствуйте, друзья, с вами Мото Виктора. Вот уже несколько дней сыпет снежочек. В гараже прохладно, у меня гараж не отапливается. И приходится что-то делать дома. Сейчас пойду менять втулочку на правой половинке. Ну, в дальнейшем я вам все покажу, расскажу. Да, снегу намело у нас просто пипец. Сугробы, просто сугробы. Все позаметало. Мопед. Ну что, пойдем домой и буду вам все показывать. Ну вот такой я столик сделал, чтобы выставить все. Сейчас буду ложить половиночки инструмента. Ну что, ребята, все я положил. Что я буду делать и вам расскажу, как я сделаю. Три поршневых я притирал сам вручную. Ну что, по порядочку расскажу вам. Смотрите, ребята. Так, вот она, отвёрточка пока еще. Здесь вот игольчатый подшипничек. Вот он. Это двигатель я разбирал. И мне попался такой. Это вот с Хонды. Упс. Это с какого-то мопедика. Даже не знаю с какого. Вот. И вот оно все. Здесь он сильно большоватый. Делал вот так. Карандаш скручивал. И потихонечку сделал. И теперь получится не на втулочке, а игольчатый подшипничек. Еще поставлю шайбы, чтобы сильно зазорчик будет, чтобы не вылазил подшипник. Как на явах вот делают, шайбы ставят. Чтобы центр был, но шатун будет чуть-чуть вот так вот болтаться, ходить, как бы, чтобы он выбирал себе. Но это чересчур вон она вылазит. Очень сильно. Наполовину вылазит. Вылезет и все. И одна сторона будет работать. Иголок. Так, ладно, с этим разобрались. Думаю, понаходил втулочка. Я думаю, у меня закончились, оказывается, они у меня еще есть, и есть даже новые еще. Вот она новая, это уже поношенная, это тоже. Вот она новая, две. Вот это вот непонятная, вот это тоже непонятная, это БУ. Это тоже БУ. Это тоже БУ. И это.
Короче, вот 4 штуки. Из 4 я буду выбирать. Дальше. Притир. Вот. Вручную я притер. Поршневую. Видите, как опускается? Даже еще чуть-чуть подзастревает. Почему застревает? Потому что не промыл. Ну, медленно, медленно. Он чувствует, он качает. А, это вот отсюда поршень. Вот. Все тоже притертый. Самое долгое вот у меня получилось вот это первого ремонта. Потому что очень много притирать приходилось. Ну а что, я сяду здесь, телек включу, фильм смотрю, притир беру. Сейчас перчаточки одену. Фильм смотрю и притираю потихоньку. Какая разница? Или просто лежать фильм смотреть, или так же лежать, сидеть и дела делать. И вот так вот. Да, долго. Раз сел 2 часа, второй раз сел 2 часа, ну и вечером, наверное, 2,5-3 часа я сидел. Вот так вот притирал. Без масла, без ничего, ничего я не добавлял. Просто вручную. Вручную. Если там 3-0 поршень, то это не так уж и долго все делается. А если под первый ремонт, конечно, очень долго. Как говорится, все здесь отлично делается, ровненько. На станке так не сделают ровно. Все равно кривовато будет, а здесь все точно. Вон она, чуть чесанул, все. Все просто замечательно. Надфилем прошел окна, чтобы острыми не были. Ну, такой вот получается. Еще, конечно, будет мыться все. На этом цилиндре очень сильные задиры были вот здесь. Вверху, да и внизу. Все поисчезало. Все четко стало. Все промываться будет. Сильно не болтается. Чисто тепловой зазор. Все. Все, я вам это показал. Дальше. Здесь. Втулка подразбитая. И вон она болтается. И очень сильно болтается. Это меня не устраивает. Это мотор, получается, у нас депятовский. Еще надо будет отвезти, чтобы заварили. Коленвальчик я почистил. В полном порядке коленвал. Здесь вот шейку надо пройтись еще чуть-чуть. Но вот такие сейчас притир я вам тоже показал. Так. Так. Здесь теперь надо по центру выставить. В гараж я захожу, ребята, потихонечку собираю дельту. Я летом перекрасил мопеды 5 штук. Это я сделал для чего? Зимой делать нечего.
вечерами. Пойдешь в гараж, повозишься, поделаешь там, покрутишь гайки. Так. Самое главное, чтобы ровно попасть, и все, и выходит он просто элементарно. Втулочка. Сейчас еще чуть-чуть, и все, можно ее даже вот так, опс, вот она втулочка, даже целенькая и не сломанная, трещинка есть здесь. Снял ее, наверное, повело, чуть-чуть подзаедает. Но все равно будем менять. Так, дальше. Вот она втулка. Здесь, смотрите, когда будете менять, прорезь идет. Здесь меньше, здесь больше. Меньше — это внутренний диаметр. Вот она втулочка, чуть-чуть отцентровал ее. Так, так. И сюда вот так. Накручиваем по центру. Выставляем. Заходила. Вращается. Так. Сейчас чуть-чуть приоткрутить. Ах ты ж. Да ты посмотри. Сбивается и все. Вроде пошло. Так. Выпрессовал я эту втулочку. Коленвал все равно подбалтывается. На райбер. Наждачечку пройтись, здесь выровнять.
старое есть старое. Хоть запрессовывай, хоть что делай, все равно оно болтается. Сейчас я здесь вот подровняю всякие ямочки, где бугорочки, все выровняю и новую втулку запрессую. Прошелся, и втулочка прям уже зашла по центру. Но все четко получится. Все совпало. Вот она новенькая стоит. И коленвал все не лезет. Для этого у меня подшипники прослабленные. Оп. И райбер. Райбер на 17, как на коленвале, шейка коленвала. Цапфа. Все идет потихонечку через подшипник. Обязательно это как центр, отцентровываешь втулочку. Шлифуем канал впускной, чтобы никаких ни задирчиков там не было, чтобы все ровненько было. Все, чтобы четко было. Так, ну что? Собираем и проверяем. Да, здесь подшипнички прослабленные. Еще, правда, без прокладочки, но все вращается. Туговато, но будет все вращаться. Нечем зацепиться. Надо было сюда закрутку взять. А так все вращается по кругу. И поднялся. Опустился. Они еще подшипники подзаедают. Ну, короче, все. Втулка. Замена втулки. Произошла. Вот так вот получилось. Канальчик почищенный. Все совпадает. Ничто не перекрывает внутри. Коленвал прям четко совпадает. Как бы все, можно моторчик скалывать. Ставить поршневую. Ну, ребят, притир у нас получается
35-37. Ну а длину какую хотите вы делаете. Хотите длиннее, хотите короче. Ну короче нет, конечно, не будет удобно. А вот даже вот так подлиннее, можно даже без этой. Но это сделал мне под этот, под дрель. Но дрель все равно она вибрирует, бьет. А когда руками вы вот так делаете, вот, с наждачечкой, она ровно идет. Ну, я уже переточил штук 6 или 7, вот так вот. Да, тяжело, рука устает, но зато эффект очень хороший. Вы раз выточите. Ну, конечно, это кто занимается, как я занимаюсь, собираю движки. Да, ну а так, если кому-то один раз токарю отдали, он расточил, поставили и все. И на этом все собрали и ездите. Ну, ребят, в следующем видео будет собираться вот этот двигатель с игольчатым подшипником. И здесь будет стоять 202 подшипник, ну, хорошего качества, не Китай. Италия, что ли, что-то такое. Вот там он у меня лежит уже. Года полтора-два я покупал. Так что здесь шариковый подшипник будет. Здесь игольчатый. Ну или вот эти картера будут. Или вот эти. Скорее всего вот эти вот будут картера. Вот. Одно плохо, что вот таких вот сейчас очень тяжело найти втулочки. Очень тяжело. Ну, на этом мое видео заканчивается, ребята. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Мото Виктора. Следующее видео будет сборка мотора на подшипниках и на игольчатом подшипнике. Thank you.